Сейчас я нахожусь в Расте вместе со своими друзьями. Кстати, кто не видел, можете посмотреть, у меня есть обзор этого торгового центра. И на последнем этаже вот этих грибкообразных строений есть Декатлон, где мы собираемся купить палатку. А сейчас познакомлю вас с Михаилом. Привет. Вот Миша. Миш, как у тебя настроение? Что ожидаешь от поездки? Все горит, хотя и на улице уже прохладненько становится здесь. Я даже ничего не ожидаю, я знаю, что это будет потрясающе. Сегодня мы отправляемся с друзьями в путешествие в Каппадокию. Едем мы на несколько дней, и все это показать вам в одном выпуске будет сложно. Поэтому готовьтесь, это будет маленький сериал. Для самых нетерпеливых – спойлер. Я познакомлю вас со своими друзьями и коллегами, сделаю обзоры интересных и удивительных мест, будет много душевных разговоров. И еще планирую вам показать, как же обстоят дела с недвижимостью в том регионе. Всем привет! Добро пожаловать в Турцию! Самое приятное в походе – это приготовление. Здесь большие деревья, а там наверху… Раз переехали, секунда, и другая планета, и сразу радость такая… Вот палатки, которые мы сейчас будем рассматривать и, возможно, приобретать. Тут, я думаю, на целую роту. 469 лир, 369 лир. Вот мы сейчас выбираем из спальных мешков. Здесь, видите, цены 249, 199, 349, 349. Пойдем посмотрим еще фонарики. А, вот крематы надо взять там. Так, вот склады у нас тут уже. Взор пал на вот газовую горелку. Стоит 65 лир. В одно место вот взял еще такие вот тележки. Все в одной не помещается. Приготовление. Вот самое приятное в походе – это приготовление. Обычно еловых веток прям под палаточку наложишь, палаточку сверху поставишь. Вот, вот очень мило пообщались. Идем теперь дальше. Ну вот, мы купили всевозможных нужных вещей. И палаточка. Вот с такой палаткой будем. А будем ходить вот так вот. Вот так будем ходить. И вот, пожалуйста, я готов. Да. Каппадокия, мы идем к тебе. Ну что, вот уже едем в машине, собираем всех участников процесса. Вот мы уже в полном сборе. Вот к нам присоединилась Лена. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Все. У нас первая остановка, мы сразу заправляем машину. Раба. Что, нормально, Смиш? Да, делаем 2,6. 2,6. Вторая машина едет из Анталии с Максимом и Игорем. И мы будем стучаться где-то на повороте на Коню. У нас первый привал. Будем рассматривать природу и ждать вторую нашу машину. Здесь большие деревья, а там наверху уже маленькие карликовые деревья из-за того, что не хватает кислорода. Покажи, покажи. Километров 50 едем по такой вот дороге. Долго решали, туман это или облака. Решили, что это туман. Вот так вот это все выглядит. На табличке перед въездом в город обычно в Турции пишут количество населения. Вот здесь было 1 300 000. Вот сейчас вам покажу, каким он нам увиделся этот город Коня. Легкая дымка, облака и такие вот пока еще небольшие постройки. Вообще город Коня достаточно большой и очень техногенный город. Много ничего тут производит, насколько я знаю. Вот так вот он выглядит, посмотрите. Будем посреди холмистой местности вот такие вот буквы. Вот так вот. Это УДЖМ, это национальный парк. Хотим вам показать солнечные батареи тут есть. Так, вот у нас приготовление. Я, наверное, впервые буду в этом видео показывать приготовление перед трансляцией. Но здесь само место просто обалденное. Вот посмотрите, сейчас вот Макс запускает дрона. Моей спиной славная команда, которая уже в сборе, и сейчас за вас
со всеми познакомлю. Это Игорь. У него свой YouTube-канал, ссылка будет в описании. Это Елена, она занимается даосскими практиками и тонко все чувствует. И вообще с цигуном она на ты. Есть что добавить в двух словах? Всем привет. Добро пожаловать в Турцию. Да, класс. Это Анжела, она приехала из Украины и гостит сейчас здесь, в Алании. Ей очень нравится в Турции. И сегодня она начинает тоже с нами приключения, начинает экспедицию в Каппадокию. Это у нас Ира, которая тоже приехала из недалеких стран, прямо сюда к нам, из Крыма. И сегодня будем начинать исследовать Турцию еще с одной очень важной миссией. Ирина присматривает недвижимость и хочет посмотреть, где же все-таки ей будет комфортно. Хотя, конечно... Да, где же все-таки остановиться? Где же все-таки остановиться? Бросить рюкзак. Бросить рюкзак, скажем так, да. Вот. Поэтому смотрите, и, может быть, вы найдете ответы на вопросы, комфортно ли иностранцам будет в Каппадокии, ну, в этом регионе, или нет. Переходим к Саше, художнице из Крыма, которая... Бросила, да, рюкзак? Бросила рюкзак уже здесь, в Алании, и... Наслаждается. Наслаждается, да? Да. Что ты посоветуешь тем, кто думает, бросить ли рюкзак здесь и наслаждаться? Торопитесь быстрее. Да, продлите себе жизнь и радость жизни. Отлично. И вот еще один человек остался за кадром. Вот я его мельком покажу, может, он будет у нас появляться. Он говорит, что он якобы не фотогеничный, но это не так. Красавчик Максим. Озеро Обрук, которое находится в деревушке Обрук, неподалеку от Коне. Все утверждают, что туда упал метеорит много лет назад. Обустроено место для пикников. Вот вы видите, здесь и детишки отдыхают, и взрослые. Здесь заброшенный замок. Радость такая внутри появилась. Действительно, так оно есть. Вот посмотрите сами. Очень красивый вид. Пойдем сейчас посмотрим, как это выглядит на деле. Вот здесь. Там ниже, на самом деле. Давай посмотрим туда сесть. Осматривать очередной пансиончик. Вот такой вот милый тут дворик. Вот так вот мы вечеринку проводим. Просто вообще кайф. Каппадокия! Да! Давай. Давай. Макар без кишки дороже, чем котлеты. Ну, да. Кишки дороже, чем котлеты, говорит Макс. Ну вот, нам принесли покушать. Это будет первая еда, которую мы с Мишей едим за последние 7 дней. Ничего страшного, просто мы не хотели есть очень. Знаете, правда, что мнения у всех разделились. Кто-то хочет жить. Мнения разделились, да. Дошло до драки. Если бы мы были на самолете, наверное, было бы так. Похозяйничали, все исследовали. Да. Очень мило. Вот такой вот хостель. Пользовал? Нет, честно, нет.
Пытаемся не опоздать, но и никуда не спешим. Чувствую силы в себе. Ну как будто бы на другую планету попали.